С 25 по 26 апреля в Институте управления экономики и финансов КФУ проходит антиконференция «Маркс Фест». Проект приурочен 200-летию со дня рождения философа, социолога и экономиста Карла Маркса. «Маркс Фест» — это своеобразный пункт обмена разной валюты, временное знание, опытное знакомство, общение на трудоустройство. Это один из моментов привлечения студентов к науке и привлечения студентов к одному из основных постулатов, на которых стоит вся экономическая наука, это теория капитала Маркса. Родилась такая вещь, когда люди неформально, без красных скатертей, без традиционных скучных докладов говорят о тех вещах, которые волнуют. В первый день конференции выступило 6 спикеров, среди которых преподаватели с антилекциями о криптовалюте, балансе и хаосе, действующие бизнесмены Казани. Также был проведен открытый диалог между студентами, преподавателями, работодателями. На тему «Учиться нельзя работать». Мы отошли от классического профессора. Ну, может быть, одним из классических преподавателей буду я и Татьяна Феликсовна Полей. А все остальные – это приглашенные спикеры, это люди, которые прирастили свой человеческий капитал как в университете, так и в течение своей трудовой деятельности. И все, но они все выпускники университета. Во второй день фестиваля участники разделятся на 3 основных потока. В тот же день состоится «Маркфест Пич» – уникальная живая презентация 15 студентов прямым работодателям из крупных компаний Казани и Республики Татарстан в формате популярного шоу «X-Factor». Диана Шилова, Олег Апачаев, Универньюз.